Я уже здесь говорил, я сказал, до инаугурации нам надо усиливать мобилизацию уличную. В мае месяце проводить в Москве марш миллиона. Миллион человек должен выйти в Москве, всех из других городов, выйти и сказать, мы эту власть не избирали, мы ее не хотим, уходите, проводим новые выборы. Если надо будет, останемся на улице. Будет тепло, в палатках, без палаток не имеет большого значения. Вот это будет действительно сильный шаг, когда общество покажет, что оно готово на серьезные действия, но мирные.